столице 16 часов, и вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Добрый день. В Астане впервые обеспечили профицит тепла. Об этом на встрече с президентом рассказал аким столицы. Во время отчета по подготовке к отопительному сезону Женис Касымбек уточнил, что сделать это удалось за счет запуска газовой тепловой станции «Юг-Восток», «Туран» и первого этапа ТЭЦ-3. Эти объемы жизнеобеспечения дали Астане более 1100 гигакал в час. До конца года в планах ввести новые мощности. Также глава государства заслушал отчет по строительству школы, льготного жилья и медцентров. На особом контроле у акима долгострой и снос аварийного жилья, акцентировал глава столицы. Женис Касымбек также сообщил о росте основных показателей экономического развития города. В этом году в столицу вложили на 16% больше инвестиций. По всем основным показателям есть положительная динамика и рост. В частности, инвестиции в основной капитал в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 16-20% выше и превышает сумму более 1 триллиона 100 миллиардов тенге. Такие же положительные показатели по всем другим направлениям. Кроме того, доложился в начале отопительного сезона. Все основные объекты жизнедеятельности города работают в штатном режиме и подготовлены к зимнему периоду. 62 новых промышленных предприятия построят в Казахстане и Узбекистане. Сумма инвестиций превышает 2 миллиарда долларов. Большую часть заводов построят в нашей стране. Об этом на межрегиональном форуме в Самарканде говорили премьер-министры двух государств. Ранее страны уже реализовали 12 проектов. В Костанае наладили мелкоузловое производство автомобилей, а в Саране открыли завод по выпуску бытовой техники. На форум также съехались представители акиматов приграничных регионов и около 200 бизнесменов. Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном с начала года составил 2,5 миллиарда долларов. В планах расширить сотрудничество. Наша страна готова увеличить поставки нефтехимической, металлургической, химической и пищевой продукции. Курсы для преподавателей медицинских университетов Кыргызстана и Таджикистана проходят в Астане. Участникам семинара «Авиценна. Здравоохранение» рассказывают об особенностях казахстанской медицины. Это уже второй семинар такого уровня, который организовало агентство международного развития «КАЗАЙТ». В апреле в столице прошли ускоренные курсы студенты медицинских вузов стран Центральноазиатского региона. По словам пресс-секретаря агентства Арманай Онгарбаевой, подобные семинары будут проходить ежегодно. Данная программа полностью проводится на безвозмездной основе благодаря гранту КАЗАЙТ. Также при содействии турецкого агентства ТИКА был предоставлен лектор с Турецкой Республики, который сейчас обучает наших преподавателей. Помимо обучения, здесь у нас рассмотрена культурная программа, поскольку преподаватели приехали из других стран для ознакомления с Казахстаном. Цель данной программы – это региональное сотрудничество в сфере медицинского образования стран Центральной Азии. Что я узнала для себя нового, то есть это вот именно модульное интегрированное образование, то, что мы можем интегрировать предметы между собой и горизонтально, и вертикально. И наши вот эти вот все занятия проходили вот в интерактивном формате. Мы очень активно обучались и плюс использовали искусственный интеллект. Четвертый международный конгресс ЭКЖР проходит в столице. Представители госорганов, бизнеса и неправительственных организаций обсуждают вопросы зеленого перехода и экологического реформирования. Форум организован при партнерстве международной программы ООН по окружающей среде. Моя коллега Ботагоз Базарбаева расскажет больше. Главной темой конгресса ЭКЖР в этом году выбран справедливый энергопереход. Здесь обсуждают, как помочь угольным регионам адаптироваться к новым энерголандшафтам, перейти на новые источники энергии и тем самым снизить выбросы метана, как привлечь инвестиции для поддержки экологических реформ и объединить усилия государства, бизнеса и общества для устойчивого развития. Конгресс не просто дискуссионная площадка, считают его организаторы. Здесь ожидают принятия решений, которые смогут повлиять на экологию страны. К слову, сейчас зеленая генерация в общем энергобалансе нашей страны составляет чуть больше 6%. К 2030 году ожидается достижение 15%. В целом же переход на зеленые рельсы потребует трансформации всех секторов экономики и масштабных инвестиций. Для этого в стране была принята концепция перехода.
четко в этом документе определили 9 секторов экономики и для себя также, значит, определили 21 индикатор именно по улучшению экологической обстановки в стране. Понятно, что нам досталось очень тяжелое наследие, но вместе с тем сегодня мы стали стороной многих международных, таких глобальных обязательств. И в связи с чем мы сегодня разработали национальные такие стратегические документы, как стратегия по переходу к углеродной нейтральности. Когда разрабатывалась стратегия, при поддержке немецкого правительства проводилось моделирование, и тогда эксперты посчитали, что порядка 660, по-моему, или 650 миллиардов долларов потребуется для того, чтобы осуществить этот переход для Казахстана. Это в целом энергопереход, это и сокращение потребления в целом ископаемого топлива, вовлечение новой генерации на базе источников с низкими выбросами, это и трансформация транспортного сектора, в целом экономики, модернизация зданий, ЖКХ. В рамках конгресса организована деловая климатическая игра. Ее участники, а это секторы бизнеса, сельского хозяйства, энергетики и другие, предлагают свои стратегии по борьбе с изменением климата. Банки и фонды развития предлагают свои механизмы поддержки зеленых инициатив. Обсуждаемые здесь вопросы вскоре будут подниматься на более высоком уровне на очередной конференции КОП-29, которая объединяет экспертов по климатическим изменениям со всего мира. В этом году она пройдет в азербайджанской столице. Ботагоз Базарбаева, Мурат Арипханов, 24 КЗ. Здание центрального аппарата партии «Аманат» в столице украсил государственный флаг. В преддверии Дня Республики более 10 тысяч флагов установят на зданиях и повесят на городских улицах по всей стране. Акцию «Менін елім, менін том» проводит молодежное крыло «Жастар рухы». Она проходит уже третий год. Принять участие в ней могут не только активисты партии, но и все желающие. Главной целью данной акции является развитие чувства патриотизма среди молодежи, среди граждан нашей страны. Так как, когда мы смотрим на наш государственный флаг, у нас всегда гордость. Когда он поднимается на пьедесталах во время Олимпиады, у нас всегда это чувство гордости. И хочется, чтобы наш народ всегда смотрел на флаг и чувствовал только гордость за нашу независимость, за нашу страну. На одной из аллей в Актобе высадили около 100 саженцев тополя. Мероприятие организовали в рамках акции «Таза Казахстан». Саженцы привезли из местного питомника, чтобы они наверняка прижились, организовали полив. С начала старта акции в населенных пунктах региона высадили порядка 350 тысяч деревьев. В озеленении и очистке территории от мусора приняли участие более 400 тысяч актюбинцев. На полигон вывезли свыше 70 тысяч тонн мусора. Данная акция подрастающей молодежи дает понятие о том, чтобы следить за природой нашей. Только вместе мы можем озеленить, сделать наш город лучше, нашу область лучше. Уже вот на данный момент видно, сколько высажено саженцев. Сейчас активно проводится полив. Раньше вот проблема была с поливом. Сейчас везде в парках, скверах делаются поливы. И это вся информация к данному часу. Далее эфир продолжит дневная смена. Я передаю слово своему коллеге Каиржану Смагулову. День добрый, Каиржан. О чем сегодня будете говорить в программе? Приветствую. Сегодня поговорим, мне кажется, о такой очень интересной теме, как спасение Арала. Появились данные, что уровень воды в месте в море, где, так сказать, произошла экологическая катастрофа, начал повышаться. Значит ли это, что можно радоваться, или есть что еще, какие проблемы решать? Поговорим об этом.